Слушай, Жан, я, кажется, это... Ну, да, того. Ну, залетела. Жанна! Я тебе потом перезвоню. Ну что? Опять принимала поздравления со своим шумным успехом? Да, вроде того. Ой, что ни говори, а гены все-таки сказываются. Твои? Ну и мои тоже. А может, отца? Конечно. В первую очередь. Может, хотя бы теперь раскроешь страшную семейную тайну? Жанночка, ты опять... Что, мой папа такой великий, что его имя нельзя вслух произносить? Ну что тебе даст его имя? Ну что это изменит? Может, ничего. Если, конечно, он не мерзавец какой-нибудь. Ой, да бог с тобой. Он очень достойный человек. Тебе нечего стыдиться. Он очень достойный и невероятно талантливый. И популярный до безумия. Конец света. Мой папа Муслим Магомаев. Да? Почему Магомаев? Потому что я по паспорту Максимовна. Похожа на Муслимовну. Глупости. Доброе утро. Привет. Опять овсянка. Деточка, ну это же самая полезная пища. Как говаривали мои краковские предки, «Цо можно конёве, то не можно о слове». Я ничего не поняла, что ты сказал. Что можно коню, то нельзя ослу. Только осел не ценит овса в вольном переводе. Ну я же не лошадь. Подчеркнул искреннюю заинтересованность советского народа в успехах братской страны. Выступивший заверил... Что-то есть? В том, кто что, ее опять тошнит? Верунечка, ну какой отравой ты кормишь своего ребенка? Стасик, я еще вчера хотела тебе сказать. Еда тут ни при чем. Ну а что, что? Стасик, ты только не волнуйся, хорошо? Он выразил глубокую признательность. Это очень похоже на токсикоз. И поддержку со стороны коммунистической партии советского государства. Ты что, хочешь сказать, что твоя дочь беременна? Митинг явился яркой демонстрацией. Ой, матка Боска. Я не знаю, Стасик, я не уверена. Но очень похоже. Мила! Вернись, пожалуйста! Тебе ведь приходит сегодня Берта Наумовна доделывать свой зуб, так? Да. Так она же гинеколог. Пусть она и посмотрит Милочку. И меня заодно. Мила! Алло? А, Поп, привет. Что? Поп, а ты помнишь, как ты на меня вылупился, когда я предложила группу собрать? Ладно, прощаю. Что? Да рада. Рада я, рада. Только не подумай, пожалуйста, что для меня выступление в Доме металлургов – это предел мечтаний. Пока. Жанна, я правильно поняла? Вас пригласили выступить в Доме металлургов? Господи, это же лучший зал в городе. Моменты охоты крупных хищников на копытных животных всегда полны драматизма. Охота льва на зебру, охота гепарда на антилопу. Вот здесь мы видим такой же драматический эпизод. Кадр во всем его смысле. Это охота иеновой собаки на антилопу солнца. Тот самый момент, когда клан иеновых собак загоняет свою добычу. Спинку потереть? От одного иеновых собак наконец достигает цели, и одному из них... Ну, Зой, не стесняйся, я не чужой человек. Я отчим тебе как-никак. Ну давай, потру, по-семейному, а? Пусти, кому говорят! Мы с вами познакомились со многими проявлениями способности животных к пределам, которые дали им эволюция, с тем разнообразием их, которые существуют на нашей планете. На этом мы заканчиваем передачу. Всем доброго, дорогие друзья. До свидания.
Чего у нас за праздник-то сегодня? День птиц? Зой, у меня именины сегодня. У тебя каждый день такие именины. Ну, Зой, Зой, у меня правда именины. Мать твою усвистала в рейс. Давай с тобой посидим, поговорим. Угу. Вот портвейновое вино. Без градусов почти. Компот. Поговорим, выпьем. В том, что происходит в нашей ну? стране, виноват капитализм. Подумать только, сотни тысяч... За все хорошее. Безработная молодежь проводит демонстрацию перед министерством по вопросам занятости и труда. У нас картошечка, беднее, а вилочка. Мы требуем справедливости, мы требуем работы. Зой, ну подожди, постой, а поговори. Не смеши ты меня, ну о чем мы разговаривать-то? Ну, Зой, ну, о жизни. У тебя парень есть? Сколько же это будет продолжаться? Не твое дело. Нет уж, ты это, ты мне смотри. С парнями-то поаккуратней. Чего? Тебя я еще не спросила. Ну и зря, Зой. Давай посидим, телевизор посмотрим. Давай, давай, ну, Зой. Ты что, боишься, что ли? Я? Да. Чего бояться? Давай, сядем. Поговорим. Да, закусывай, закусывай. Это... На предприятиях United Fruit люди работают по 12 часов в день. Ух ты какая! Ну ты даешь. Слушай, неужели от Аркадия? От кого же еще? Ничего себе. И что ж теперь будет? Я не знаю. А ты бы на моем месте что бы сделала? Я бы на твоем месте никогда не оказалась. А теперь что? Звони ему. Прямо сейчас. Ты меня слышишь? А что ему скажу? Что он папой станет? Тебе одно, что ли, оттуда? Звони, я тебе сказала. Ну это как-то неудобно. Ты что, Жан? Что, неудобно? А раньше ему удобно было? Ладно, не бэ. Ну, Жан, ты... Сейчас на Зойка к тебе придем. Ты какая? Зой, я... Руки убери. Ну, я тебе... Театры, клубы, музеи, не чужой человек. Я тебе отчим как-никак. Руки, я говорю, убери. Убери руки. Ну, все будет хорошо. Все сладенько. Руки, я тебе сказал, убери. Руки убери. Открой. Ничего, давай, давай. Убери руки! Давай. Ты же нос мне разбила, стерва! Ты скажи спасибо, что только нос. Так, ложись. Ложись. Давай. Ну, лежи спокойно, только рубашку же замараешь. Не стирать потом. Ты уж матери ничего не гори, ладно? Да ладно. Только не из-за тебя, а из-за матери. Мне мать жалко. Господи. Когда я уже закончу эту школу, уехать от вас к чертовой матери из этой собачьей конуры? Зойка! Зой, привет. К тебе можно? Жанка, у меня очень что-то заболел. Давай я сейчас сама к тебе выйду, а? А что такое? А что случилось? Давай, только по-быстрому. Миледи надо спасать. Ну, сейчас. Я переоденусь только, ладно? Здравствуйте. Здрасте. Вы отец Милочки Миловской? Я Аркадий. Аркадий Михайлович, ее учитель.
Учитель чего? Истории. Угу. А я думал, любви. Я понимаю. Вы извините меня, получилось, конечно, не очень. Почему, наоборот, точно в цель? Простите, ради бога, я не то говорю. Станислав Адамович, я хотел сказать, что люблю вашу дочь, и мы поженимся хоть завтра. Ача хорова. Всю жизнь мечтал о таком зяте. Мы поженимся завтра. Я скажу, что будет завтра. А вернее, сегодня вы пойдете в школу и уволитесь. И сегодняшним вечером уедете отсюда далеко-далеко. И знайте, с Милочкой у вас ничего не было. Вы хорошо меня поняли? Я вас понял, но и вы поймите меня. Вернее, нас с Милочкой. Не смей даже произносить ее имени, Пшакрев. Я не хочу с тобой разговаривать. Иди отсюда! Никакого историка не было и вообще ничего не было. Стасик, а как же ее беременность? Вот с этим надо идти на поклон к Берте Наумовне. Аборт? Да, безусловно. И немедленно. И никаких дополнительных занятий, никаких поездок к тете Жене и никакой Москвы. Я пойду к себе, пожалуй, ладно? И не смей подходить к телефону. Пусть этот твой Казанова спасибо скажет, что я его в тюрьму не сажаю. Я председателю исполкома коронки ставил. Будем резать или нет? Мил, ты чё? Не хочется. Ну, не хочешь, давай мне. Не пропадать же добру. Эх, сдадим экзамены и привет в школе. Ой. Тебя точно отпустят в Москву? Если аттестат будет приличный. Да какая им разница-то? Ты же не поступать, ты к тетке в гости едешь. Ну, погуляешь немножко и обратно вернешь. Ой, а если мы все вместе поедем? Вот здорово будет. Девочки. В общем, я решила, что я тоже с вами в Москву поеду. Надо же хоть раз в Москву повидать. Точно поедешь? Слушай, Жанка! Стучаться надо, дурак! Да подумаешь, да что тут скрывать-то? Такие прыщики зеленкой надо выводить. Иди отсюда, идиот! Шиза, ты мне струну порвала! Сам виноват. Что сам виноват? Я ж переиграть не смогу. А ты как Паганини, на одной струне. Ладно, можешь извиниться, а то я вообще на сцену не выйду. Как не выйдешь? Ты что, нас без тебя и слушать не станут. Вот именно. Ну, Жанка, ну прости меня, ну так вот у меня с языка как-то вот взяло и сорвалось. Ладно, мир. Слушай, замашки у тебя как у настоящей звезды. Почему как? Я и есть звезда. Ага, звезда. Звезда местного разлива. Ты опять начинаешь? Молчу, молчу. Вот и молчи. Ты еще гордиться будешь, что со мной знаком был. Да. И вообще,
Я скоро в Москву уезжаю. Ну и пожалуйста. Ну что, начинаем новую взрослую жизнь? Девочки, я предлагаю это отметить. Я по этому поводу у отчима вино свистнула. Вино? Вино. Так, миледи, давай живо к проводнице за стаканами. Давай. Мила, быстрее, Жанна, пошли. Так, пойдем. Милка, у проводницы штопор попроси. Орехи грецкие, вещи. Так много? Зачем тебе? Много. Продам в Москве. Там денежки, знаешь, как нужны? О, Господи. Ты ненормальная. Что ненормальная? Милка у тетки будет жить. Тебе в твоем театральном стипендию дадут. А я? Когда я своего полковника дождусь? Ну-ка, давай, убирай, помогай. Ой, Господи, боже. Ну-ну. Миледи, тебя за смертью посылать. Штопор где? Нет у нее штопора. Нет у нее штопора, ладно. Что делать будем? Так, она, о, отличненько. Девочки, внимание. Вот она, хорошо. А! Палец застрял. Что такое? Девочки, я достать не могу. Давай, подожди. Да больно, ну. Ну. Давай. Я не могу достать. Сейчас. Давай. Еще. Ну, давай. Еще. Все. Попили винца. Ты куда? Куда? Пойду разбивать. Не до Москвы же я так поеду. Ну, ты даешь. Слушай, и как только тебя родители к тетке отпустили? Не знаю. Может быть, пожалели все-таки единственная дочь. А может быть, просто испугались, что я опять с Аркадием Михайловичем встречусь. Так он ведь, говорят, из города уехал. Слушай, а тетка у тебя кто? Тетя Женя? Угу. Журналистка. Так она может тебя на журфак пристроить. Ты что, какая из меня журналистка? А может быть, я бы в модель пошла? Манекенщица. Не знаю. Кстати, это иди. С твоей внешностью. Свобода, девочки! Как бы нас тут не затоптали. Ничего, прорвемся. Едем к твоей тетке. Я думаю обо всем этом. И у меня перед глазами возникают рельсы. Синие-синие рельсы, стремительно бегущие на восток. Завтра. Какие дела ждут тебя завтра, мой молодой современник, вступающий в жизнь? На всесоюзные ударные комсомольские стройки в 10-й пятилетке будет направлено по путевкам комсомола 500 тысяч молодых добровольцев. Привет. Привет. Манекин, ты че? Я целый час звоню. Ты заснул, что ли? Ну, не преувеличивай, час. А почему ты так долго? Я уже начал волноваться. Давно начал? Да. Молодец. Целая. Никто меня не изнасиловал в подворотне. А у тебя что? Неприятности? Да. Какие? Меня вышибли. Из газеты. К чертовой матери. Достукалась, да? Это вот из-за той статьи? Да. Ну, на кой черт тебе нужна была эта генеральская дача, а? Ну, строили солдаты и строили, пусть бы себе строили.
Ты ничего не понимаешь, Манякин. У тебя другая профессия. Ты привык повторять чужой текст, как попугай кушать. Подано, кушать подано, а кушать нечего. А у меня другая профессия. Знаешь что? А вот это уже слишком. Ну, конечно. Ну, на что ты сейчас обиделся-то? На кушать подано или на попугая? Да, да, Качалов ты мой. Ты собираешься? Пьяна, Евгений? Писать? Да. Да. Я выпила слегка. Зашла в дом журналистов. Ситуация, кажется, ясная. И немножко выпила для того, чтобы снять стресс. Но что-то у тебя это, по-моему, не очень получилось. Манякин, а ты у меня на что, а? Ну вот скажи мне, пожалуйста, что мне нужно сейчас больше всего? Немножечко мужской ласки. Прекрати. Нет, нет, нет. Прекрати, нет, я говорю, прекрати. А что такое у нас, бунт на корабле, а? Ты пьяна, Евгения. Ну так и ты выпей, а что такого-то? Значит, ах, да. Окончательно тебе же нельзя. В сторону глыбин. Ты боишься возвращаться к своей жене с утра? Под шофе. Ну, я же просил тебя, мы же договорились не трогать эту тему. Не можешь, особенно, когда ты лыка не вяжешь. Пошел ты, Манякин. Не хочет чувствовать себя хозяином. Не нравится? Тебе, Петр Иванович, сейчас уходи. Только ключи верни. Знаешь что? Если я сейчас уйду, и ты, брат, я уйду, ты меня больше никогда не увидишь. Очень скоро сам согласишься. А на сцене? Есть ситуация. В роли очередного Дон Жуана. Дура. Пьяная. Явление второе. Те же и Манякин. Вам кого? Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, тетя Женя. Я Мила. Какая Мила? Миловская. Племянница? Боже ты мой, какая ты большая-то стала, а? А позвонить нельзя было? А мама сказала, что она вам звонила. А, да-да-да. Да, был звонок, мы говорили. Ну, проходи. А, только, тетя Жень, я не одна. Я с девчонками, но вы же нас на улицу не выгоните. Там такой ливень начался. И сколько вас? Я и еще двое. Ну, заходите. Ты и еще двое. Где вы там? Ходите. Проходите, закрывайте дверь. Хорошо, что у вас сеть не дюжина. Здрасте. О, Господи, когда-нибудь погубит меня моя доброта. Чертовой матери. Заходите. Милка. Значит, прискакали столицу покорять? Знакомо. Ну и что, все собираетесь в артистки? Нет, только Жанкова у нас. Да? И кого же собираешься играть? Мышек-нарушек? Почему это? Ну, ладно, ты глазами-то не стреляй на меня так. И лицо попроще сделай. А то сейчас без кофе останешься. У меня сегодня юмор такой. Ну а ты, гренадер? Кем собираешься быть? На стройку? Пополнять армию лимитчиков? Да не, посмотрим. Я вообще породу улучшать приехала. Чего? Ну, породу. То есть это как? Ну, так и есть. Нарожаю кучу детишек, крепеньких таких боровичков. Ну, а чего, у себя там не с кем было? Да что у нас? У нас женихов нормальных нет. А тут вот Москва, выбор все-таки. А, выбор? Ну да, выбор. Понятно, но ты не пропадешь. Ну, а у тебя чего, племянница? Какие планы? Или просто так приехала на экскурсию? Только ты учти, я тебе сразу скажу. Экскурсоводом, извини, я у тебя работать не буду. Потому что у меня много всяких дел, и ночевать, пожалуйста. А вот остальное, извини. То, что касается вас, красавицы,
Значит, у меня здесь не генеральские хоромы. Я здесь работаю и, извините, иногда веду личную жизнь. Поэтому на одну ночь я вас пустить могу. А дальше уж крутитесь сами. Может, наша дворничиха баба Люба вас у себя устроит. И прошу за моей спиной не шипеть, что все москвичи сволочи. Это у нас жизнь такая, сволочная. О, баба Люб, здрасте! Вы чего? Да любую с тобой. У тебя такой талант, а ты еще работу ищешь. А вы что в такую рань-то? Да к брату каширу собрала. У него сегодня день именин. Поздравляю. Приедет мусорка. Не забудь, чтобы контейнер поменяли нам. Хорошо, из горла выну. Ну ладно, я пошла. Счастливо. Вся страна уже вышла на сельскую зиму. О, проснулись. Не успели глаза продрать из-за жратву, хоть бы вон постели заправили, девки. Успеется. Баба Люба про деньги ничего не говорила? Мы вторую неделю живем бесплатно. Потерпит баба Люба. Я что, зря, что ли, каждое утро с метлой уродуюсь? Да и денег у нас кот наплакал. Слушайте, я решила на рынок сегодня пойти. Зачем? Орехи продавать. Я же что, зря, что ли, столько целый мешок вон приперла? Пойдешь со мной, миледи? Вообще-то я хотела к тете Жене сходить. Она, наверное, обижается, что у нее совсем не живу. Кто обижается? Тетя Женя? Да она рада, радешенька, что нас сюда к бабе Любе сплавила. Ну, свой, ну ты лучше Жанку с собой возьми. Че, совсем, что ли, заболела? У нее сегодня первый экзамен у Жанки. Ой, точно. А я забыла. Вы меня сегодня не трогайте. Иначе, если я провалюсь на первом туре, все, финиш. Да... Жан, ты что, опухла, что ли? Это для горла. Для связок очень хорошо. Еще и молочка теплого. Не спак, Сташ. Не, давай мне, что добру пропадать. Слушай, Жан, а давай мы с тобой пойдем, а? Ага, для моральной поддержки. Нет, я еще больше психовать буду. Ну, ладно. Ни пуха, ни пера тебе, Жанна. К черту. Ну что, как прошло? Самохину зовут. Ну, говори. Нормальный ход. Прошел? Если не прошел, то они козлы. Тут главное что? Не голос, не внешние данные. Тут главное удивить, чтобы вся комиссия отпала. А ты как, удивил? Само собой. Они мне этюд предложили без слов сделать. Вечер одинокого холостяка. Завал. И что ты сделал? Показал, как он в своей холостяцкой квартире анонизмом занимается. Вся комиссия чуть со стульев не попадала. Это твое место? Теперь мое. Еще вопросы будут? Так, пожалуйста. Свеколка. Женщина, подходите. Орешки, греческие. Посмотрите, какие хорошие. Грецкие орешки. Подходим, берем, не стесняемся. Пожалуйста, мужчина, подходите свежее. Сюда. Смотрите, какие подходим. Хорошие орешки. Грецкие орешки. Подходим, берем. Подходим, покупаем. Чем торгуешь, девушка? Прямо с грядки. Орешками грецкими. Между прочим, свежие, очень полезные для мужчин. Может, попробуйте? Ты я орех не ем. Почему? Хорошая зуб тыковка со своего огорода. Подходим, покупаем. А ты за место платила? Как же, конечно, платила. Покупайте, пожалуйста. Черт, когда же я квитанцию куда-то дела, я не помню. Не надо, не ищи. Не ори в зал. Тыковку, пожалуйста. Женщина, ты здесь первый раз, да? Да, что? Не платить надо, понимаешь? Заплати за место, корова, а то прогонят. Отстань! Давайте я заплачу, когда товар продам, тогда и платить буду. Ну что тут у вас? Все нормально, друг, все хорошо. Мышкина, тебя звали. Куда ты пропала? Тебя звали.
Не был бы я поэтом, наверное, не было бы никого. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что вы растерялись? Проходите, пожалуйста, вперед. Смелее. Не волнуйтесь, мы не кусаемся. Чуть подальше. Вот. Так, что вы хотите прочесть? Басню. Басню. Угу. Прекрасно. Кто написал? Михалков. Михалков. А имя у Михалкова есть? Сергей. Очень хорошо. Да. Пожалуйста. Название есть у басни? Без названия. Угу. Американский доллар важный, который лезет всем в заем, однажды с советским встретился рублем. И ну куражится, и ну пред ним хвалится, передо мной трепещет рот людской. Открыты для меня все двери, все границы. Министры и купцы и прочих званий лица идут ко мне с протянутой рукой. А может, мы с тобой по-другому договоримся? А? Как это? Зачем такой красивой девушке за прилавком стоять? Сейчас мальчика позовем, пускай торгует. А мы с тобой пойдем покушаем. Шашлык, машлык, вино хорошее. Спасибо, я уже позавтракала. Слушай, ну какой завтрак? Уже обед скоро. Ну можно я здесь постою, а? Нельзя, порядок должен быть. Я не нарушаю вашего порядка. Не спорь с ним. Ты меня огорчила, честное слово огорчила. Ну смотри. Что ж ты делаешь-то, а? Я хотел с тобой по-хорошему. Ах ты сволочь, а! Молчи, да, прирежу! Да я сама кого хочешь прирежу! Куда тебя понесло, да, дура, стой! Да я его стою! Милиция, милиция, милиция! И всем врагам назло, я крепну год от года. А ну, посторонись, советский рубль идет! Спасибо. С долларом и с рублем разобрались. Спасибо. Следующего позовите, пожалуйста. А может, я еще спою? Пожалуйста. А чем вы нас порадуете? Блохой. Извините? Блоха композитора Мусоргского. А-а. Но мне кажется, это мужская партия, нет? Ну и что? Пожалуйста, ноты есть у вас? Подыграем? У меня ноты есть. Ну, конечно. Пожалуйста. Еще разочек попробуйте. Спасибо.
Мадемуазель, вы не расстраивайтесь. Есть очень много других прекрасных профессий. Спасибо вам большое. Позовите, пожалуйста, следующего. Понимаешь, у меня сейчас аховое положение. Я между небом и землей. Я тебя даже курьером не могу в редакцию взять. Ну, а у тебя какие-нибудь желания-то есть? Какие-нибудь склонности? Я не знаю. Ну, дорогая моя, если ты не знаешь, то я тем более. Ну, не знаю, может быть, мне в дом моделей податься. Закройщицей? Ну, почему? Манекенщицей. Ну, или диктором на телевидении. Даже так? Ну, не знаю, может быть, не диктором, но хотя бы сначала ассистентом диктора. А может, тебе сразу большой театр вместо моей Плесецкой, а? Нет, я просто удивляюсь. Почему вы думаете, что здесь вас все ждут, а? Ты не представляешь себе, какая в Москве мясорубка. Здесь и своих фарш делают. А таких смазливых, как ты, весь город, пруд пруди. Ну, я не знаю, тетя Жень, вы же когда-то сами тоже в Москве как-то устроились. У меня характер другой, не бабский. Я тут быстренько одного добренького на себе женила. Слушай, а может быть и тебе устроить фиктивный брак, а? Да. А может тебе ко мне переехать из твоего подвала? Алло. Какой Манекин? А, артист императорских театров? Смутно припоминаю. Да. А что случилось-то? Жену отправил на курорт? Нет, ты знаешь, у меня сегодня другие планы. Что? А где ты сейчас находишься? Ладно, давай поднимайся. Поднимайся давай. Знаешь, милочка, давай-ка мы с тобой поговорим попозже. Ладно? Ты чего, продала свои орешки? Да где там? Еле ноги унесла, я даже рюкзак там оставила. А чё, Жанка пришла? Не, я ее не видела. Ну и давай, может, здесь подождем ее. Там дышать вообще нечем в этом подвале. Давай. Ну а ты чё, была у тетки-то у своей? Угу. Ну и чё? Не знаю, не пойду я к ней, наверное, больше. А чё так? Она какая-то... какая-то такая... не знаю даже. Чокнутая, что ли? Они все тут, в Москве, чокнутые, с приветом.
Ты чего? Стою. Ты что? Стою на рынке, никого не трогаю. Подходит ко мне какой-то чебурек. Кто-кто? Кто-кто? Гордый орел какой-то. И говорит мне, собирай свои эти манатки и матывай отсюда. Жанки долго нет. Может, съездим к ней в институт? М? Я что-то совсем забыла про Жанку-то. Давай. Что-то я тоже волноваться начинаю. Знаешь что, мы можем разминуться с ней. Нет, давай не поедем. Мы в институт, она сюда, и мы не встретимся. Ну, как хочешь. Пошли чаю, что ли, попьем? Смотри. Жалко, хлеба с собой нет. Ну, пойдем попьем чай. Не расстраивайся. Чайник вскипяти. О, Жанка, что ли, книжку оставила? Разява. Может, она, а может, не она. Чего? Она...